Здравствуйте, дамы и господа, зрители нашего канала. Сейчас вот я буду вот этими топориками, это лесник, дамасская сталь, очень удачная модель, очень хорошая прорубаемость, сейчас посмотрим, как она в работе. И модель Ермак, это топоры полуручной работы, это вообще вот недорогой топор, порядка 6000 рублей. Это порядка 10000 рублей. Вот. И это вот у меня бузина, так называемая. Это участочек тут прикупил соседний. Вот ее надо расчищать. Заодно и топоры испытать. Так. Нифига. Название лесник просто оправдывает. Круто. Просто круто. Ну-ка. Офигеть, шикарный, просто сказка. Топор лесник оправдывает свое назначение. Сейчас испытаем топор Ермак. У меня должна быть немножко другая динамика. Ну, так ничего, я бы сказал. Наш удар на коротке из неудобного положения, не размахнешься. Нормально. Так. Ну-ка, вот это вот последний. Даже на встречку не рубил. Одного захода. Класс. Ну что, хорошие топоры. Так, это вот куст. Он мне тоже не нафиг не нужен. Все. Ну что, за эти деньги топоры достойны. Модель Ермак. Это лесник. Это вот вообще. Вот это вот даже поинтереснее. Все, конечно, по-своему интересно. Тут не очень понравился. Всего доброго. До свидания.